Больше 400 работодателей привлечены к административной ответственности за несвоевременную выплату заработной платы. Почти 300 предприятий Восточного Казахстана в этом году задолжали своим работникам. Сумма невыплаченных зарплат превысила 500 миллионов тенге. Несвоевременная оплата труда зафиксирована в горнодобывающей, строительной и обрабатывающей отраслях. Для взыскания долгов в регионе создали специальную комиссию. После ее вмешательства предприятия-должники погасили львиную долю невыплат. В результате принятых совместных мер госинспекторов труда, прокуратуры, областного акимата погашена задолженность 450 миллионов тенге в 267 организациях перед 3189 работниками.